Всем привет, с вами канал Love Train, и сегодня мы едем по маршруту Москва-Владивосток. Это у нас третья часть. Сегодня у нас третья, я это только что сказал. Как это сказать? Короче, мы сегодня едем от Перми до Тюмени. Йоу. Пойдем в вокзал. Поезд номер 62. Так, идем. Вот что тут плиты не сделали нажимные? Вообще не понимаю. Кафешка у нас. Вокзалы России. Так, идем. Так, 62, путь 4, платформа. А тут не пишут, что это вот. Вот это что? Это путь. Так, стоп, я так опять забыл. Четвертый путь, вторая платформа. Четвертый путь, вторая платформа. Это где? Нет, не тут. Это там. Так. В какую сторону нам ехать? Нам в Кунгур. Так, нам в ту сторону, значит, вокзал слева. Так, поехали. Так, следующая станция у нас Кунгур, как раз таки. Так, вон с нами соединилась стрелка. Нет, овцы, овца, две. Две овцы, мы сбили овцы. Изумруд! Это же очень редко. Кстати, изумруд почти всегда в горах спавнится. Часто очень в горах спавнится. Вот он у нас Кунгур, как будто-таки булгур. Кстати, кто ел кашку булгур? Я даже не помню, какая она на вкус. Так, вот такой вот у нас булгур. Ой, Кунгур. Так, заходим. Так, вот у нас, ой, булгур, блин, да блин, кунгур. Вот. Так, стойка информации. Чего? Вокзальчик, вот такой у нас вокзальчик, зал ожидания. Вокзал у нас очень хороший. Это, наверное, табло должно быть. Это выглядит как телевизор. Вот. Но прикольная, маленькая, прикольненькая, такая холосенькая. Так, едем дальше. Так, какую нам сторону? Там Екатеринбург, там Пермь. То есть нам надо в Екатеринбург. Ну, нам в Екатеринбург не надо. Но мы поедем в сторону Екатеринбурга. И, кстати, следующая станция у нас Екатеринбург. Хотя я сказал то, что Екатеринбург нам не надо, но нам надо в Екатеринбург, потому что мы будем проезжать Екатеринбург, когда мы будем ехать с Перми до Тюмени. Вот, да. Я это сказал. Капец высоко! Это педагогическая аптечка! О, пасхалочка. Ил. Это педагогическая птичка, синичка была. Вот. Она у нас теперь в каждом ролике почти будет, только ее не было. В одном ролике. Кстати, кто угадает, вот у нас в некоторых роликах будет педагогическая птичка, синичка и Софья Николаевна. А в некоторых не будет. Потом, короче, в 12-й части, в самой последней, напишите, в каких сериях не было педагогической птички, синички. Вот. Это вам задание такое. Если вам будет... Если вы запомните, или если вам не будет лень смотреть, у нас их будет примерно 3, где ее не будет. Ну вот, напишите, в каких частях ее не было. Кстати, уже в одной части какой-то не было ее. Может, вы просмотрели, а может быть и нет. Так что, посмотрите. Пещера. Уголь. Как классно. Почему такие пещеры высокие? Я, который еду на вагонетке, мне нужно всего лишь 2 блока. Тут их делают в 5 в высоту. Или даже больше. Сколько тут? Короче, много. Да не, больше тут 5. Блоков 7, наверное. Ну, примерно, да. 7 блоков, короче, там. Ну, это не точно, это я так думаю. Вот. Но мне нужно 2. 2 Карлсон. Кабоба. Опять высоко. Почему вся железная дорога так высоко проложена? Потому что... Знать не надо. И никто не знает об этом.
Это станция... Это какая? Это Екатеринбург. Екатеринбург, она такая красивая. Уважаемые пассажиры, красивая, скорый поезд номер 290 с сообщением Екатеринбург, Анапа, так, отправляется с седьмого пути. Выходим. Скорый поезд номер 290 с сообщением Екатеринбург, Анапа, слева отправляется с седьмого пути. Налево, будьте внимательны и осторожны. Здравствуйте. Тогда на этой. А, можно мне, пожалуйста, хлеб? Пригородный электропоезд с сообщением Дружинина, Екатеринбург, прибывает на четвертый путь. Пригородный электропоезд с сообщением Дружинина, Екатеринбург, прибывает на четвертый путь. Будьте внимательны и осторожны. Уважаемые пассажиры, пригородный поезд до станции Алафаевск отправится в 20:00 с пятого пути. Пригородный поезд до станции Алафаевск отправится в 20:00 с пятого пути. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка. Пассажирский поезд номер 351 с сообщением Уфа. Приобье. Отправление поезда в 20:05 с восьмого пути. Нумерация вагонов головы поезда. Продолжается посадка. Пассажирский поезд номер 351 с сообщением Уфа. Приобье. Отправление поезда в 20:05 с восьмого пути. Нумерация вагонов головы поезда. Спасибо за внимание. А, стоп. Мне же надо это. Никита, бери же. У меня прям... Ну, блин, натекут слюни. Ой, сопли. И вот так вот, чтобы они туда текли, вовнутрь. О, так лучше намного. Так, все, идем. Да, четвертый путь, третий вопрос. Уважаемые пассажиры, пассажирский поезд номер 351 с сообщением Уфа. Приобье отправляется с восьмого пути. Пассажирский поезд номер 351 с сообщением Уфа. Приобье отправляется с восьмого пути. Будьте внимательны и осторожны. Dear passengers, passenger train 351 from Ufa to Priobie is departing from Chakate. Passenger train 351 from Ufa to Priobie. Очень красиво. Электропоезд сообщение Екатеринбург-Санкт-Петербург. Керамик прибудет. Вообще, зашибись. О, эти столбы, колы. Ну, короче, вы поняли. Если бы я так на железной дороге проехал бы вот под такой пропастью бы, у меня уже все, короче. Кирпичей наложил. Это все, что я могу сказать. Так, следующая станция у нас Тюмень. Тюмень это последняя у нас станция. Надо подкачаться. Кстати, чтобы не забывать что-нибудь. Вот, например, я иду в магазин. Мне мама говорит, что купить надо. И я, короче, чтобы не забыть, все время у себя в голове проговариваю. Вот, типа, например, хлеб, молоко, сметана, кефир. Это так. Вот, и я это как рэпчиком придумываю, и потом такое это. То есть я в голове проговариваю рэ... Ой, фу, блин. Хлеб, молоко, сметана, кефир. Йоу. Короче, вы поняли. Вот так-то. О, дырка. Мы в пещере. Нет, это не пещера, это... Здрасте! Что это было? Почему назад поехали? Я, кстати, никого вообще не встречал за все время, чтобы они ехали ко мне навстречу. Кстати, вам не кажется, этот человек во всех роликах на канале... Я рельсу сломал. Этот человек во всех роликах на канале есть. Продолжается посадка на пригородный поезд номер 6.
Тихо. Железнодорожный вокзал. Тюмень. Красиво сказано. Еще один. Это какая-то. Ну, я остерегаться буду, но... Ладно. Просто так. Так, ладно. Вот такой вот у нас Тюмень вокзал. Высокий. Где нам выйти? Ой. А вот тут вот уже проблема, а выйти негде, везде красный. А, я-то думал. Ну, короче, там можно выйти туда. Туда как будто таки метеорит приземлился. Красиво, да? Так, сейчас выберем какой-нибудь красивенький фон. Я думаю, вот так вот идеально. Вот. Ну что, всем пока. С вами был канал Love Train. И ночью, и днем, и в холод, и в зной бегут поезда по России родной. В твоих необъятных просторах России.